Так, похоже, все. Да. Так. Ты чё, серый гнал, не вижу? Нормально все здесь. Так, у нас, правда, этих аптечек нет вообще. Так, а мы их это покрафтить можем? Две аптечки пусть будет. На всякий так. Так, да, смотри-ка, мы сейчас тут что-то можем сделать. Ну, пофигу. В целом, я, если сейчас не понимаю просто, как это сделать. Возможно, даже там и убивать как бы надо кого-то. Очень даже, блин, это возможно. Сейчас просто по стелсу очень дальше пройдем. Я думаю, мы сейчас вот на вот этой задачке уже остановимся. То есть, когда вот мы до вот этой вот нашего кружка с крестом доберемся. Так, ну ты не зависай это так. Он при спринте реально очень виснет. Так конкретно. Они тупые. Надо помнить то, что они тупые. Не, бля, вот серьезно. Я как бы... Тут вот какое расстояние, знаю, метров 15, может, это так. Может, 20. Может, 25. Вот это уже прям вот вообще все максимум. По сути... И они, блин, меня не видят. Вообще хорошо, правильно? Так, и... Ясно, ничего нету. Здесь ничего нету. Угу. Так, нам, значит, туда вот. Так, сейчас эти наши креветки полезут, правда. Я так чувствую. Ох, елки. Страшновато здесь. Очень даже, блин, здесь страшновато. Да, блин. Ничего ж ты, блин, так гребешь-то медленно. Мне вот очень эти звуки не нравятся. Прям вот. Еп. Ёлки-палки. Было прикольно вообще, если бы вот из этих глиб... из этих вот грибов можно было бы, знаете, что? Можно из них было бы эти аптечки делать.
Вот это было бы реально прикольно. Так, еще одну аптечку можем сделать? Да. Так, нам, правда, надо патроны. Как я понимаю, мы сделать не можем, да? О, нифига тут. Все. Блин. И все патроны, да, на них израсходовал сейчас вот прямо. Нет патронов. О. Ну, это правда не то, что мне надо. А, нет, возможно, хотят к этой. Нет. Все, приплыли, ребята. Похоже. Вообще ни к этому, не значит ни к калашу, ни к чему вообще нет патронов. А что нам тут еще предстоит, я, если честно, не представляю даже. Без патронов тут, конечно, весело будет, я чувствую. Прям вот очень весело. Так, вот знаешь, блин, в чем тут проблема-то самое главное? То, что я вообще нифига не знаю, что мне тут надо делать. Но в том смысле, что я вообще не знаю, что мне тут надо делать. То есть я могу, не знаю, там, на смотреть там в упор вообще на рычаг, который мне надо потянуть. И при этом я вообще не додумаюсь даже потянуть, понимаешь, в чем прикол? Потому что я не знаю, ну, как бы своих целей именно на данной моей локации, вот, например... Господи, ты подтянуться тут, что ли, не можешь, ёп. Тут, блин, даже не подтянуться. Надо вот подпрыгнуть. Буквально тут сколько вообще? Эх, нет, всё-таки мы будем паркурить. Тихо, чудо-юдо, рыбакит. Да блин, какой ты... Так, как тут этим прикладом бить? На В.
конечно. Вот какой гений вообще додумался ставить приклад рядом на кнопку с биноклем? Вот, вот просто покажите мне этого. Мне весь этот разум. Я просто как-то, возможно, не понимаю. Возможно, это, конечно, у меня крутая идея. Но я этого просто, честно, ребят, просто чисто тут не понимаю. Вот прям, что называется, в упор не понимаю. Ладно, пофиг, да? Мы сейчас попробуем пробежать тогда. Нормально. Приклад — это тема. Так и запишем. То, что приклад — это прям тема. Вот тут вот я не понимаю, вот реально, почему вот он здесь не может залезть, а? Вот вообще, вот он просто вот отказывается сюда залезать, знаешь? Я, если честно, этого не понимаю. Из-за чего вот оно вот именно вот так вот. На тебе хэдшот. А, то есть и это все, да? Так, рыбакит. Давай кто там это не... Не визжи, пожалуйста. Так, надо нам вообще уже заканчивать эту серию. Да, закончил бы я тут сейчас эту серию. Артём, прием! Твой сигнал пропадает! Да что ты говоришь? Так, ну хоть патроны есть. Это уже радует. Так, тут еще что-то есть. Угу. Так, а... Мы же здесь, если полезем, то туда же, да, прилезем? По идее. Правильно? Да, тогда, значит, здесь полезли. Не надо меня сейчас только пугать. Артём! 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 Ох, и... Их тут дофига! Да.
А самое, блин, печальное, знаешь что? То, что у меня ни этих, ни гранат нет. Вообще ничего. Я плюс не знаю, даже есть ли они вообще в игре, как бы, как такой, ну, айтем, как гранаты. Так, все, минус один. Это там, блин, непонятное кто-то, что-то. Вообще, я бы даже так сказал, а не кто-то. Потому что это вот явно именно что-то. Так, все. Все, йог. Ну да, йог. Замечательно. Так, сюда мы не пролезем. Внизу тоже ничего нет. Если сюда лезть. А куда еще-то, я не пойму. Не, ладно, хотя бы хорошо то, что мы теперь знаем хотя бы, куда нам это рашить надо. То есть наша последняя цель, она это прорисовывается как бы так постепенно. Не очень, конечно, явно, но она прорисовывается. А тут, прикинь, тут опять надо было Е нажимать. Вот это вот меня очень сильно бесит. Почему я, блин, там не могу именно проползти? Как бы, ну, просто вот это там на Ctrl свой, да, нажать. А, и, короче, просто тут проползти. Не, нифига. Тебе надо именно тут на Е нажать. И вот тогда он, блин, соизволит тут проползти.
Я надеюсь, мы с этой рыбой сейчас биться не будем. Просто если, блин, с ним будем биться, то мне явно нужен какой-нибудь миниган при себе, как минимум. Потому что по-другому это, блин, извините меня, но... Я просто не убью, грубо говоря. Артём, жив? Да! Нормально все. Раз 50 тут где-то меня убили, но так в целом все нормально. Все как обычно. Так, тут еще что-то есть. Ага. Бля, вот это уже интересно. Патрончики. Патрончики, это замечательно просто. Так, а сюда мы сможем? И сюда мы можем. Тут у нас что есть? Ага, тут у нас кладбище. Что-то типа того. Для калаша вообще нет патронов, вообще. Замечательно просто, по-моему. На, нашел все-таки патроны. Это что, прибор ночного видения? Да, смотри-ка, реально нашли то, что мы хотели. Правда, теперь надо понять, что как его снять. Так, ПВН на Н. Так, закрыто. И это плохо. Так, а вот те вот грибочки мне как собрать? Значит, мне вот здесь, да, надо пролезть. А, не, не здесь. Не здесь, это мне значит, вот здесь надо пролезть. Каким-то образом... Не, не хочет. Ну и ладно. Здрасте, блин. И чё? Так, не, просто реально не понял, что мне тут надо делать вот дальше. Фонарик-то это фигня. Да, окей, я могу, конечно, здесь сейчас еще походить где-нибудь. Но, блин, вот что мне тут делать, а? Еще. Так, вот нашел.
Не, серьезно, не понимаю, что мне сейчас тут надо делать, а здесь. Вот у меня есть цель. Вот она у меня где-то здесь вот, да? А, вот эту вот дрезину, то есть вы хотите сказать? Мне. Вот эта вот дрезина. Та, которая нам нужна. А вот сюда ты что не хочешь слазить? Она, конечно, там мега трухлявая, но... Так, погоди, где у нас цель? А вот здесь вот у нас цель, да? То есть вот эта вот дрезина... Это получается как раз то, что нам и надо, да? Как я понимаю. Но как, блин, ее мне завести? И как мне с ней вообще что-либо сделать хотя бы? Непонятно. В том смысле, что тут вообще непонятно. Логично, что ее надо, короче, вот этот вот мост его как-то подвинуть, но непонятно вообще как видишь, да, он тут вообще ни к чему не прифигачен. Короче. Так, погоди. Так, а что если, кстати, с помощью вот этой рыбы? Что тут надо делать? А? Как вам такой вариант? Аллилуйя, ребята, живем. Неужели? Неужели он, блин, сюда забрался? Ну давай, Артемка. Управлять можно.
Ну, в том смысле, что именно я ей управляю, это не катсцена. Как-то я в этом плане говорю. А я как рад, ты не поверишь. Артём там, небось, не загорал. Ну как, паря, достал дрезину? Ну да. Ха, слышу, слышу, трахтит, родная, ай, молодца. Теперь тебе к лугономойке надо. Твой Ксюш там того, аккуратнее. Народит там техники. А что это такое было? Меня что, это аномалия, что ли, там завалило как-то? Похоже, да. Похоже, да, она самая. Так, нет, знаете, ребят, я что-то думаю, уже хватит на сегодня. Что-то я как-то уже это, спать меня клонит. Так что на этом всем спасибо, что смотрели это видео. Подписывайтесь, ставьте большие пальцы вверх, вступайте в группу ВКонтакте. Думаю, я все-таки страдаю по этой игре не ради как бы просто просмотров. Это, в общем-то, естественно, я думаю, заслуживает лайк, комментарий и, в общем-то, подписки ваши на канал. Также вступайте в группу ВКонтакте, рассказывайте о канале друзьям. И всем за все это, ребят, естественно, большое-большое спасибо. И всем на этом до свидания. Всем пока. We'll be right back.